дашь ли монет? Свежая дичь. Тебе не доводилось разговаривать с вороном в Аморе? Я не очень хорошо знаю его. Говорят, приятный парень. Говорят. Есть ли новости из других провинций? Говорят, синдикаты волшебников наложили вето на торговлю имперскими товарами в землях Альтмеров. Похоже, есть новости. Надеюсь, ты с хорошими новостями. Я знала это. Я знала, что он опять попадет в беду. Пожалуйста, поторопись с поездкой на этот остров. Алерон никогда не говорил мне о нем раньше. Прощай и будь осторожнее. Добро пожаловать. Если... Прошу прощения. Все это на... Вчера... Ты... Я очень скучаю. Прощай и будь осторожнее. Курдану нельзя доверять. Привет. Откуда Итариэнс? Столько знает. Какие новости? Насколько я знаю, Тадроса Хил... Да? Может, я знаю его? Я только что... Мой источник... Если... Тогда, когда... Тебе нужно отправляться на поиск. Она всегда занята, это точно. Говорят, впрочем, она... Сахар и... Какая радость для меня, правда?
Надеюсь, ты с хорошими новостями. Я знала это. Алерон. Прощай и будь осторожнее. Курдану нельзя доверять. Быстрой охоты, друг. Сахар и песок, друг. Не пора ли покататься на лодке? Тебя ждет путешествие. Отлично. Лодка ждет тебя у пристани рядом с магической лавкой. А теперь убирайся с глаз моих. Ты попусту теряешь время. Да. Как дела? Что интересного? Чернотопье стало еще опаснее, чем... От всей души!
Не могу говорить сейчас. Из-за двери опять издаются звуки. Неизвестно, что оттуда вылезет. Вот еще! Это неправильно. Нет, иди отсюда. Меня здесь нет. Я не хочу обратно. Не хочу обратно. Ты не заставишь меня вернуться. Я вас всех поубиваю. Вы все умрете. Держись подальше. Этот опасен. Недостойный! Неплохая попытка, однако. Жаль, что он мертв. Что ж, бывает. Подать мне защитника, разорвать моих врагов на части. Нужен смертный воин, что прорубится сквозь ряды супостатов. Ну что ты, входи. На островах сейчас прекрасная погода. Идеальное время для визита. Пожалуйста, садись. Да, чем могу служить? Полагаю, ты здесь из-за этой двери? Очевидно, она служит для того, чтобы войти. Потрясающе, не так ли? Я Хаскел, камердинер лорда Шаагарата. Это преддверие дрожащих островов. Преддверие в буквальном смысле. Дверь за моей спиной ведет в царство Шаагарата, принца безумия, лорда безвременья. Потому что так пожелал мой повелитель. Она ничем не угрожает Мундусу, ни одно измерение не пострадало. Это проход, приглашение. Возможно, тебе следует просто принять этот факт и не искать в нем несуществующий смысл. От тебя? Не знаю. Мой лорд ищет смертного, который бы выступил его защитником. Что же до его намерений? Пытаться постичь их — глупое занятие. Его воля и желания неисповедимы, а его реальность воплощает их. Ты здесь по своей воле, тебя никто не вызывал. Они вошли в это царство без должной подготовки. Теперь их разум принадлежит моему лорду. Излечить? Ты говоришь так, будто они больны. Они просто перешли к другому состоянию бытия. Возможно, это тебе требуется лечение. Все зависит от тебя. Ты можешь выйти через ту же самую дверь, никаких последствий не будет, уверяю. Или же ты можешь войти в дверь за моей спиной. Если ты сумеешь пройти через врата безумия, возможно, лорд Шаагарат найдет тебе применение. Кто может сказать, в мире столько вариантов выбора? Царство безумия в этом плане не отличается от остальных. Твой выбор всегда за тобой. И попрошу тебя, определись с выбором поскорее. Я не могу надолго откладывать все остальные дела. Поговори со мной вновь, когда определишься. Я сгораю от нетерпения. Итак, решение принято. Пора определяться. Замечательно. Уверен, мой лорд будет счастлив, если предположить, что ты сможешь до него добраться.
Тебе нужно будет пройти через врата безумия. Да, и поосторожней со стражем, он не любит чужаков. Приятного пребывания! Их предупреждали. Может, они не так? Добро пожаловать в мой город. Говорят, ключи вшиты в тело стража врат. В сущности, это означает то, что ты не сможешь пройти через врата. Здесь почти никого не было до моего прибытия.
Конечно, стоило мне обосноваться, как появились и другие. Не могу сказать, что это меня разозлило. Жить в Фелмуре ужасно. Он охраняет врата безумия. Сходи, посмотри. Он сейчас собирается расправиться с группой искателей приключений. До свидания. Привет, я Дредвен. Когда я пришла сюда, в гостинице никого не было, но они оставили после себя прорву вещей. Тебе что-нибудь требуется? У меня есть ощущение, что мне нужно там быть, вот только не знаю, как попасть. Я вступила во владение гостиницей, когда прибыла сюда. Здесь никого больше не было, кроме Шелдона. Он говорит, что он мэр. Не стоит этому верить. В Блисе есть человек, который думает, что его дом рухнет и раздавит его. Он защищает врата безумия и убивает всех, кто подходит слишком близко. Вот сейчас он собирается расправиться с очередными приключенцами. Я так устала. Эй, ты, отойди отсюда! Мы сами справимся! Умри, дело простое! Тебя не одолеть! Умри, тварь! Умри! Ты думаешь, я под впечатлением? Подходим! Он огромен! Убил весь отряд! С дороги! Привет, я Нанетта Дон. Я не знала, зачем я пришла сюда, пока не познакомилась с ней. Теперь я знаю. Я хочу стать великой волшебницей, как Рилмина. Слышишь этот звук? Будто лошадь издыхает. Нельзя войти без благословения Шаагарата. Так Рилмина говорит. Потому-то мы все тут и ждем этого благословения. Да, и я полагаю, ключи те вшиты в тело стража врат. Не знаю почему. Не похоже, что теперь их можно каким-то образом извлечь. Не знаю, кто построил это. Все это было тут еще до нашего прибытия. Похоже, до нас тут жили другие люди. Дредвен распродает то, что они оставили. Так что, если тебе что-нибудь нужно, спроси у нее. Найдешь ее в кошеле гуляки. Если хочешь подкрасться к одному из зелотов, надень на себя их робы. Эта уловка всегда действует. Он — венец творения Рилмины Вереним.
Страж врат не пропускает тех, кому не место на островах. Она сделала его в садах костей и плоти. Она моя наставница и планирует обучить меня всему своему искусству. А самое интересное... Нет, стоп, забудь. Мой болтливый язык чуть было опять не принес мне беду. Конечно. Пройти туда можно по дороге, ведущей из Пасфаля. Там Рилмина создала Стража Врат. Я просто умираю от желания поделиться с кем-нибудь. Мне кажется, тебе можно довериться. Но не говори Рилмине, что я что-то тебе рассказывала. Ее страж несовершенен. Ее слезы больно ранят его. Ее слезы каким-то образом раздражают Дейдра, связанного с телом Стража Врат. Слезы лишают его покоя. Он пытается вырваться из пут связующей магии. Она кажется несгибаемой женщиной, но со Стражем Врат становится слезливой. Сходи, посмотри. Она навещает его каждую ночь, ближе к полуночи. Только ей не говори, что я что-то рассказывала. А то мне могут преподать новый урок природы боли. Мне не очень-то нравятся эти уроки. До свидания. Дитя мое, как ты сегодня? Я видела, как грубо ты играл с теми мальчиками. Они слабенькие, а ты сильный. Глядя на тебя, я вспоминаю его. Почему же он бросил нас? Прости, деточка, мне слишком тяжело. Я должна покинуть тебя сейчас. Отойди, мои слезы, у тебя от них ожоги. Разве ты не помнишь? Осторожно, деточка! Оставь меня. Я слишком огорчена. Я не могу сейчас разговаривать.
Итак, тебе удалось убить стража врат. Жаль. Что ж, теперь ты, наконец, можешь войти в само царство. Как нетрудно заметить, здесь две двери. Одна ведет в земли мании, другая — деменции. Входи в любую из них. Земли существенно различаются, но обе входят в состав царства Шаагарата. Тебе следует нанести визит лорду Шаагарату. Полагаю, у него на тебя имеются виды. Постарайся не разочаровать его. Природа деменции отражает мрачную натуру ее обитателей. Легко потеряться среди спутанных корней, раскиданных по поверхности. Если желаешь познакомиться с жителями деменции, загляни в Дипвалу или Фелмур. Нет сомнений, что они примут тебя с распростертыми объятиями. Полагаю, скоро ты войдешь через врата безумия в земли мании и деменции. Это царство Шаагарата. Оно таково, каким ему хочется его видеть. Деревья цветут по его капризу, и ветер дует по его приказу. На островах нужно быть осторожным. Это место предназначено не для каждого смертного, но, уверен, с тобой все будет в порядке. Земли мании полны жизни и насыщены яркими цветами. Ты увидишь, что и обитатели под стать. Если желаешь познакомиться с жителями мании, нанеси визит в Хейл и Хайкросс. Однако стоит проявлять осторожность. Хотя и люди, и звери, населяющие манию, весьма колоритны, они могут представлять смертельную опасность. Но ты справишься, без сомнения. Это, разумеется, столица дрожащих островов. Она делится на Близ, Крусибл и Дворцовый район. Он принц безумия, правитель дрожащих островов. По его воле мы существуем в этом мире. Он наш лорд и господин. Тебе стоит поговорить с ним. Уверен, у него есть планы на твой счет. Ты найдешь его в Нью-Шиоте, в его дворце. Лучше не заставлять лорда Шаагарата ждать. Его желания изменчивы, и если он решит, что в тебе больше не нуждается, к добру это не приведет. Двери ведут, собственно, в царство. Можно войти в любую из них, в зависимости от того, какая из частей царства больше подходит тебе по духу. Я и говорю, у всякого выбора свои последствия, но не задумывайся чересчур о том, какая у тебя предрасположенность. Все, кто входит в это царство, меняются навсегда, но некоторые думают, что оно и к лучшему, значительная часть их. Моим трудам не будет конца.
Сейчас ты упадешь и течешь кровью. Я Джейрид Ледяные Нервы. Тебе никогда не казалось странным, почему тела выглядят лучше без кожи? Например, кости можно как следует разглядеть, только вынув их наружу. Кроме того, так их лучше слышно. В Крусибле есть орк, который смертельно боится кошек. Страж врат мертв. Теперь он не помешает нам ходить туда-сюда. Увидимся. Еще увидимся.
Да пребудет с тобой благословение, гражданин. Да благословит тебя безумный бог. Дрожащие острова есть отражение существа нашего лорда Шаагарата. Они разделены, но совершенны. Маскин охраняют Крусибл в Нью-Шиоте. Мы обеспечиваем соблюдение жителями Деменции порядка и уважения к нашему лорду Шаагарату. Шаагарат, наш лорд, правитель Дрожащих островов. Он дал Маскин возможность ходить по этой земле, и мы служим нашему господину до смерти. Да хранит тебя наш лорд. Есть у тебя немного скумы, да? Дружище, товарищ, поделишься? Давай, давай скуму! Хватит игр! Дай ее! Жестокость не красит. Надеюсь, ты умрешь ужасной смертью. Говорят, Ирил сыт по горло выходками Брайтера. Он хочет, чтобы это прекратилось. У Ирила большие проблемы с Брайтером. Не знаю точно, о чем речь, но явно Ирил крайне обеспокоен. Ирил торгует магическими товарами. Его магазин называется «Мистерии Ирила». Если хочешь узнать побольше, спроси его самого. Увидимся! Сильные руки, крепкая спина, да, выглядишь прекрасно. Жаль, время согнет тебя, уничтожит, ты увянешь, но есть другой путь. Вовсе не обязательно подвергаться влиянию времени. Скажи, у тебя никогда не было мысли выставить себя на обозрение? О, да, видишь ли, я изучаю хрономантию, магию изменения времени. Используя магию, я замедляю биение твоего сердца, твое дыхание, движение и мысли, пока они полностью не остановятся. Ты превосходно сохранишься, вне времени, вечная красота. Я выставлю тебя на обозрение, как и остальные экспонаты. Ох, какая жалость. Что ж, ну, что я могу для тебя сделать? Только побыстрее. Каждая уходящая секунда приближает нас к могиле.
рабочие Фелмура не слишком довольны Синданови. «Этот болван? Да, он мне как кость поперек горла, которую никак не вытащить. Если бы я мог, я бы убил его! Я бы хотел, чтобы он просто исчез с улиц Нью-Шиота навсегда. О, смотри, я просто заговорил об этом, и у меня появился новый седой волос!» С одной стороны, он вор. Но что раздражает меня больше всего, он плохой вор. Его поймали на воровстве в моем и нескольких других магазинах Крусибла, наверное, дюжину раз за прошлый месяц. У кого есть на это время? Я же состарюсь и умру раньше, чем он от нас отстанет. Я скажу тебе то, что говорю всем. Избавь меня от него, и ты не пожалеешь. Торопись, время не ждет. Предъяви доказательства, что он исчез, и награда твоя. А теперь иди, пожалуйста. Я чувствую, что мои кости стали более хрупкими, пока мы говорили. Пожалуйста, когда ты разберешь? Годится. Тебе удалось неплохо заработать. Тебе удалось неплохо заработать. Хорошая сделка. Хорошая сделка. Хорошая сделка. Тебе удалось неплохо заработать. Хорош. Годится. Меня это устроит. Годится. Хорошее предложение. Тебе удалось. Годится. Пожалуйста, возвращайся поскорее. Неизвестно, какие диковины у меня найдутся для тебя в следующий раз. Да пребудет с тобой благословение, гражданин. Эй, привет! Приятно встретить у нас в округе такого хорошо одетого человека, как ты. У тебя усталый вид. Это из-за того, что ты таскаешь все это? Я был бы рад взять на себя часть твоей ноши, освободить тебя от этих дорогих вещей.
Или, может, есть что-то еще, что я мог бы забрать? В смысле, помочь с чем-то? Я знаю, что обо мне говорят. Знаешь, я не совсем дурак. Просто я люблю собирать вещи, любые вещи. Блестящие вещи, дорогие вещи. Ничего не могу с собой поделать. Моя коллекция почти собрана. Все, что мне нужно, это 5 безупречных жемчужин, и я закончу. Больших ли усилий это потребует? Вот вопрос. Это прекрасные драгоценности. Их можно найти повсюду, на дрожащих островах, в сундуках с сокровищами и тому подобных местах. Держись подальше от Вайтарна. Говорят, там гуляет сама смерть. Конечно. Извини, у меня важные дела. Эй, зачем?